Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам мод, который добавляет Финна и Джейка из мультика Minecraft Pocket Edition. Надеюсь, все видели этот мультик. Давайте открою наш сундук и возьму яйца и новые предметы. Давайте начнем все разбирать по порядку. Так, первое это должен быть Финн. Ой, ну да, это Джейк, как видите. Вот такая его текстура, как человек. Это уже сам Финн. Он довольно смешной, как и в мультике, так сказать. Дальше должна идти принцесса. Да, это принцесса. Вот. Так. Дальше идет ледяной король. Если мы его стукнем, он будет нападать. Да, вот, как видите, он на нас нападает. Так, все, отстань. Дальше идет лимоновый человечек. Так, интересно, будет ли он нападать? Давайте стукнем его. Так вот, сейчас возьму вещи, вот. Да, у нас добавлена новая руда, рубин, покрашенный в синий цвет. Из него можно сделать два новых меча. Давайте убьем ледяного короля этим мечом. Вот, блин, он нас стукнул, ладно. Теперь мы... Так, она не нападает. Так, убьем... лимонового человечка. Иди-ка сюда. Вот, как видите, он нападает на нас. Ну-ка, стухни. Все, он умер. Меч, как видите, довольно слабый. Тот был мощней. Вот, когда мы берем меч в руки, нам дает скорость. Неопределенным временем. Вот. Но такой мод. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.